Привет, ребят! Вы на канале Рыбакит, и сегодня я буду рисовать Феррари, классную машину, рисуйте со мной. Я уже нарисовал Ламборджини, и она была такая довольно сложный рисунок. Сейчас я попробую рисовать Феррари попроще. Давайте сразу нарисуем маркерами, и когда я рисую маркерами, я рисую очень просто, я стараюсь упростить рисунок. Я рисую два круга. И сейчас я тоже постараюсь нарисовать попроще. Феррари попроще. Ну, чтобы ребята смогли повторить. Я нарисовал два круга, а внутри в этих кругах я нарисовал еще круги. А теперь я нарисую такие звездочки. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И получились такие звездочки. Теперь мы поставим две точки с каждой стороны нашего круга. Это колеса, конечно же. И поставим точки. Две соединим точки. А здесь выдвинем вперед точку, да? Вот так вот. Отлично. Так, теперь здесь немножко тоже выдвинем. И нарисуем овалы. Обведем. Это крылья, да? Здесь рисуем теперь Феррари. Весь перед Феррари, он такой очень крутой. И вот отсюда рисуем такой вот. И он такой, говорит Феррари, да? Сюда идет вот так, раз и два. А здесь такие вот фары. Наверное, так идет сюда. Вот так получается здорово. Теперь здесь. Нарисуем сразу зеркало. Зеркало такое, как Г такая, вот такая ручка, такая пи-пи-пи-пи. Да? Здесь нарисуем сразу продолжение нашей машины сюда идет. И вверх поднимается. И я рисую такую открытую Феррари купе, что ли. Так, теперь нужно нарисовать, как она идет сюда. А здесь нужно закончить. У нее здесь такой попка и фонарики. Я думаю, получилось здорово. Здесь такой изгиб есть. Здесь есть изгиб отсюда, вот сюда и сюда. Такой явный изгиб. Открывается дверь. Ручку. А сюда изгиб вот сюда идет. Получается вот так вот. Примерно получается здорово. Только мне нужно развернуть. Немножко я скосил. Но все равно мы продолжаем рисовать, не останавливаемся. Я еще не так часто рисовал Феррари, не такой у меня супер скилл рисования Феррари. Надеюсь, что-то получится. Теперь рисуем переднее вот это вот зеркало. Оно идет вот сюда, вот так. Раз, два, три, так. И сюда идет вот так вот. Я думаю, так, здесь еще нужно нарисовать сиденье. И, конечно, дорога. Такая Феррари получилась. Ху-ху-ху, это было сложно, но мы все-таки нарисовали. Уже немножко попроще, чем Ламборджини. Раскрасим мы масляной пастелью, потому что мне нравится масляная пастель. И я буду раскрашивать красным. Вот я возьму красный и черный. Я думаю, два цвета достаточно будет для того, чтобы покрасить всю Феррари. Феррари, наверное, красные бывают, и черные бывают, и разные, и желтые. Но красный цвет мне нравится, а Ламборджини была желтая у меня. Соответственно, я хочу сейчас красную Феррари. Ну и с детства я всегда смотрел на красные Феррари, они мне очень нравились. Такие яркие красные машины. Я думаю, всем мальчишкам тоже нравится. Раскрашиваем красным, не сильно давим на свой мелок, чтобы она получилась такая немножечко светлая. А после этого мы немножко добавим красного кое-где. И у нас кое-где будут блики, а кое-где потемнее будет. Так, красным достаточно. Теперь черным. Черным, конечно, нужно будет быть аккуратным, особенно если вы рисуете, все-таки раскрашиваете масляной пастелью. Она такая довольно крупная пастель, и мелкие детали трудно подводить. Но вы все-таки постарайтесь. Покрасим сиденье. И кое-где вот здесь вот я добавлю тональности. Вот тут раз. Такой размыв. И здесь размыв. И получается очень просто, но очень похоже на такой блики машин. Теперь мы возьмем серый цвет и покрасим
серые диски нашей Феррари. Серые диски, колеса у нее будут серо-черные. Я не буду так сильно, я буду черным их красить, но не буду сильно давить. Если вы видите, они такие получаются немножечко светлые. А вот уже внутри дисков можно покрасить больше черным. И они будут чернеть. Отлично. Добавляем немножко голубого, где что-то блестит, и немножко серого на дорогу. Так, немножко у меня все скосилось относительно горизонта, но можно сказать, что моя машина Ferrari едет супер быстро, хотя у нее нет водителя, но можно нарисовать вот так. Вау, вау, вау. Отлично. Для кого я рисовал Ferrari? Сейчас я вам скажу, потому что я рисовал Ferrari именно для Вани, потому что он участвовал в моем конкурсе. И я поздравляю Ваню, что он выиграл. Выиграли все, конечно же, в моем конкурсе, потому что у меня очень простой конкурс. Нужно было участвовать, написать «Рыбакит Радуга». А после этого я начал выбирать, но оказалось так, что выбрать трудно. И я поздравил всех и нарисовал для всех рисунки того, чего они хотят. Они сами меня попросили. А Ваня меня попросил сначала нарисовать Винни-Пуха, а потом нарисовать машину Феррари. Довольно сложно, Ваня, рисовать машину Феррари, так что если у тебя сразу не получилось, ты не переживай, ты постарайся еще раз нарисовать, и у тебя обязательно получится. До новых встреч, рисуйте со мной, и приходите в мой инстаграм, рыбакитпап рисует. Пока!